Доброе утро. Вторая серия. Продолжаем движение. Второй день. Ночь прошла спокойно, без проблем. Стало темнеть. Нашел место для ночевки возле кафе.
усталости не было, но двигаться темное время я не стал. Ночью температура была -2. Но ночь прошла довольно-таки комфортно. Одежда с подогрева. Встречал пару раз. Комфортно, нормально. Привык к такому спартанскому, что ли, образу жизни, это мне нравится. Так, нужно искать заправку. Нужно искать заправку. А вот кое-что не заправляюсь. Я уже объяснял почему. Условия движения комфортные, наблюдаю, что снега все меньше и меньше, практически нет. Движение на юг. Никто по левой полосе двигаться не хочет. По всей вероятности камеры наблюдения. Но пока радар детектор молчит. Населенный пункт 60 км в час. Ладно, сейчас на дороге. 70 рублей. Thank you.
знаю, трасса М4 Дон или Е115. Дальнобойщики уходят направо на бесплатную дорогу. Доброе утро. Оплатили 50 рублей. Двигаемся дальше. Много глаза бьет, но, видимо, достаточно хорошая. Ветра никакого, поэтому у нас дорога такая дымка. Легкий туман или запрягаться автомобиля.
данный момент температура -4.5. Двигаемся по платному участку трассы М4. Может сложиться впечатление, что за трассой нет наблюдения. Но в данный момент, слушайте, радарный детектор, значит, где-то установлены камеры слежения. То есть впечатление может быть обманчиво, что трасса без наблюдения. Напомню, автомобиль Шкода Фабия, резина зимняя, шипованная, давление резины колес 2.1, 2.2, кстати. Конечно, раздражает то, что на разных заправках разная цена. Утром проснулся, заварил кофе, потому что кафе, после которого ночевал, еще не работало. Я к своему кофе больше привык, нежели на каждом полустанке. Везде разное, готовят по-разному. На трассе достаточно много мест для отдыха кратковременного, с эстакадами, туалетами, столиками, скамейками. В Воронежской области немало тоже мотелей. Внешние такие красивые специальные здания. Как внутри, не знаю. Начинает запотевать лобовое стекло. В салоне слишком жарко. Thank you.
подтягиваем температуру, чтобы ты не стоял. Так, заправился на 1000 рублей. Поехали дальше. Средний расход бензина за вчерашний день составил 5,7 литра на 100 километров. Но дороги хорошие, скажем так. Ограничение скорости на 90 км. Показывает температура минус 7 градусов. Да не может такого быть. Стекло на улице. Значит,
лобовое стекло запотевает, направил теплый воздух. Немножко подсушивший. На торпеде, как вы видите, лежит резкость ткани для того, чтобы блики от солнца на торпеду не засвечивали объектив. Современно это ткань является и занавеской. Наверное, видно присоски, которые которыми креплю эту так называемую занавеску к стеклу, чтобы свет от фонарей во время отдыха не светил в глаза. Работает камера. Как бегает радар-детектор. Ограничение 90 километров. Мы будем этого придерживаться. Потому что в конце может стоять пост ГАИ и предъявить претензии. И будем кормить. Канала молчит.
уважаемые водители, на станции Адмирал 593 километров на Ростов, 950 на Москву, откройте магазин. В наличии имеются DVD, MP3-диски, телефоны, планшеты, навигаторы, видеорегистраторы, телевизоры, сувениры, пневматика, постельное белье евро и 3D по низким ценам. А также откройте продуктовый магазин на месте бывшей мойки, первая дверь. Thank you.
не очень хорошие условия движения. Солнце в лицо, слепит. Блин. Очень. Но уже травка сильнее.
машины проснулись. Дороги более-менее следят владельцы. Попадаются ремонтные бригады, которые какие-то работы проводят. Говорил, что очень комфортно ехать в пасмурную погоду.
вчера была пасмурно, сегодня солнечно. По прогнозам передали, что сегодня может быть мелкий снег. Не знаю. День только начался. Времени нужно будет менять себе карту. Желательно не позднее. Ищет радарный сектор. По частоте сигнала можно сориентироваться, сколько, какое расстояние до этой камеры или радара. Чем чаще, тем ближе. По мере удаления от радара частота сигнала уменьшается. Считает вообще. Вот на данном участке радарный сектор никак не реагирует. Очень часто не под контролем. Не всегда удается визуально увидеть замаскированную камеру. Да, сказал, выключал на лице, что-то сзади потухло. Вот, включил. Рекомендовали видео ускорять в два раза, а не в три. Конечно, картинка четче, лучше. Постараюсь это сделать.
конечно, увеличить время отработки, время закачки. Мошенников на трассе пока не встретил. Датчик показывает, что температура минус 4,5. Не знаю. Я это не ощущаю. Я на своей ленте разместил это видео. Одежда с элементами, с нагревательными элементами от аккумулятора. И опять была. Табло. Табло показывает внесенную сумму. И та сумма, которую нужно оплатить. Вот. Вот данный вот. Сейчас вы видели, подъехал, оплатил, она сдачи еще не успела дать, а шлагбаум уже открыла, провоцирует на движение дальше. Вот так вот невнимательно вести себя, то можно вот на деньги попасть. Вот сейчас я отдал 500 рублей. Она должна была дать на сдачу 540-60 рублей. Сдачи еще не дала, а шлагбаум уже открыла. То есть, пожалуйста, езжай. И я думаю, что кое-кто вот уезжает, увидев открытый шлагбаум, забывая про сдачи.
это вот вам, скажем так, подсказка, что ли, быть более внимательным на пунктах оплаты. Вот отъехав там 3-5 километров, вспомнишь, что сдачи не взял, но уже не вернешься. Тем более, если там сдача будет рублей 40 или 50. Рукой бы откажешь средства. Оплаты не отъезжайте до тех пор, пока не получите сдачу. Ростова 450 километров. Скоро заезжать не планирую. Пробки могут быть. Поэтому буду планировать объезд. На автомобиле нет круиз-контроля, поэтому нужно постоянно смотреть на спидометр, чтобы не превышать допустимую скорость. Скажем так, плохих автомобилей не бывает. Нужно каждому подбирать под себя автомобиль. Мне, например, больше нравится жесткость руля Форда. А вот Шкода, на мой взгляд, руль слишком мягкий. Ну, я говорю, это на любителя каблука. Машинка ведет себя прилично, хорошо. Расход бензина допустимый, экономичный. Резина, скажу, повторю, зимняя, шипованная. Давление в колесах 2.1, 2.2. Постоянно следить за давлением в колесах, потому что при низком давлении увеличивается расход бензина. Ну и плюс. Стоит знак ограничения 70 километров. С чем это связано? Непонятно. Дорога ровная, полотно дороги хорошее. 70 километров. Я бы советовал всем себя очень аккуратно и осторожно вести в Ростовской и Волгоградской областях. Года три назад эти ДПСники просто беспредельничали на трассе. Отдирали
водители как ли. Стараюсь ехать за большими машинами, чтобы если с радаром стою там, с фиксацией, можно было за большую машину спрятаться. Виновато то, что останавливаю, теряешь время вот на ненужные остановки, вот на эти беседы с ними. Хотя по закону они не имеют права заниматься нравоучением. Если нарушил водитель, остановил, тут же описываешь протокол или постановление в зависимости от ситуации, и все. Ну, а то начинает, ну как же так, ну что ж вы превышаете скорость, ну вы же, ну как, ну почему? Это идет, это читают нотации, то есть готовят водителя дачи взятки. Это всем подсказка и наука. Что если инспектор начинает читать нравоучение, это он у вас вымогает деньги. Правилам он не имеет права читать нотации, нравоучения. Виноват, остановил, ни слова не говоря, вы нарушили и выписывает протокол. Начинается, ну что ж вы так, как вам не стыдно, вы же взрослый человек, куда спешите. Дорога платная закончилась, надо полагать, потому что одна полоса движения, одна полоса встречная. Здесь на трассе могут стоять ДПСники, следить за обгоном. Вчера в комментариях я говорил, что на трассах очень много продают контрафактной омывающей жидкости. Очень дешево относительно стоит, но брать не рекомендую. Я уже однажды, как говорил в комментарии, брал. Кемеровской области это было. Оказалось, что самогонка с каким-то ароматизатором и подкрашенный какой-то красный. Гадость невероятная. Вот сейчас наблюдаем очень много вдоль трассы стоят легковых автомобилей на капоте, на крыше, емкости замерзайкой. Если уже приспичило и на самом деле нет омывайки, то возьмите просто бутылку водки, разбавьте с водой один к одному. Это будет гораздо лучше, нежели покупать эту водяку. Ну кто-то покупает.
комфортно ехать, когда солнце в глаза, вот сейчас с левой стороны прям глаз бьет. Дорога виляет. Догоняет еще одна. Я опять еду по обочине, уступая ему дорогу. Этот ни хрена никак не отреагировал. Ну, бог с ним. Удачи ему все равно. Я бы, конечно, не стал здесь покупать еду, шаурма, это все такое. Но дальнобойщики тут кучкуются.
хотя бы на вечер. Навигацию, отремонтировать электронику бортовую. Здесь можно. Вот примерно такая же ситуация и в Мордовии. На каждом шагу кафе. Новые, прочее. Едешь несколько километров. Понял, канал. Стоят просто. Много каналов, да. Названия чудные. Приглашаем вас посетить экономическую позицию на Кубану. У нас вы можете взять пушку, скоростнейшую пушку такси. Мы находимся на въезде на малой стоянке с обходами на пушку. Несколько лет назад я перегонял автомобиль из Тюмени в Москву. Зима была, по-моему, тоже февраль месяц. В Тюмени температура была аж минус 15, минус 10, минус 15. Ну, холодно было, снег и море. Только приехал в Москву, мне дают автомобиль в Ставрополь. Приезжаю в Ставрополье, зеленая трава, снегом и не пахнет. То есть получилось в течение нескольких дней побывать и в зиме, и в весне. Сейчас, по-моему, не очень, потому что у нас здесь снег, но и здесь температура, наверное, не весенняя. Местами на обочине лежит снег. Ну вот большой груз сдвинулся. Лево вступает на дорогу. Внимание, взаимоотношения, они имеют значение на трассе.
отдушина такая, чуть ли не как проезжая часть. Встречный автомобиль метнул фарами, значит, это засада. Антон, блядь, ты меня уже придержал.
километр на Москву, 124 на Ростов. Большим машинам стараюсь не прижиматься, что на лобовое стекло летит разная слякоть. Стараюсь держать дистанцию. То солнце, то снежок. Поймешь. Ну, передали, что по прогнозу сегодня должен быть и снег, и разная слякоть. Только что проехал засаду гаишники. Артур, тебе надо за мной ехать. У меня машина сама никогда не нарушит. У нее потолок 89, что на гору, что за горы, одинаково на жизнь. Кормить ментов. Автомобилю. Мощность двигателя, коррекция расхода топлива, ограничение скорости,
регулировка уровня права. Увеличение тормозом прицепа. Бросили руку тормозом. Отключаем мочевину. Удаляем катализатор. Возле борта треугольник 2 сантиметра. Нужная диагностика. Снимаем ограничение скорости. Отключаем мочевину. Выполняем калибровку и установку тахографа. Находимся на стоянке «Желтый Запорожец» в магазине автодоставки наверху стоянки. Так, меня пропустили, за мной ехал, и все, по-моему, заснули.
правом прицепа. Выезжаем по супервалу. Отключаем мотивину. Удаляем катализатор. Выжи борта, треугольник на континенте. Да, процесс подтверждает. Так, расход с Украины промчался. Примерно 120
под Воронежем снега почти нет, но чем ближе к Ростову, тем больше снега. Солнце, то пасмурно.
500. Артур, тебе надо за мной ехать. У меня машина сама никогда не нарушит. У нее потолок 89, что на гору, что за горы, одинаково нахуй. Кормить ментов. Отключаем очередь. Удаляем катализатор.
возле борта, треугольник, знак антикварная диагностика. Снимаем ограничение скорости. Отключаем очевину. Выполняем калибровку и установку тахографа. Находимся на стоянке «Желтый Запорожец» в магазине «Автозапчасти» наверху стоянки. Так, меня пропустили, за мной ехал, и все, по-моему, уроснули. Отключаем очевидность.
Удаляем катализатор. Возле борта треугольник на континенте. Завтра все, кто предупреждает, как расход с Украины промчался. Примерно 120
Воронежем снега почти нет, но чем ближе к Ростову, тем больше снега. Солнце, то пасмурно.
500. Да, все нормально, по-китайски. Туда, слышишь? Нормально будет.